Да посними я слова. Нет, меня сними. 1800. А что, нельзя в руку брать? Да. Такая-то промежуточная полосочка. Угу. Ну что, он просто на зарядке, наверное, или как? Да, не знаю. Нет, не заряжается. Это специально, наверное, чтобы не украли его. Ну, сложи на зато. Кек. Стоит 1800 евро, офигеть. Как три PlayStation. А это вот раскладушка. Прислали нам на обзор, короче. Мы прислались. Да. А сложи назад. Сложи назад. Ну сложи назад. Потом будешь ты. Интересно, смотрите. iPhone 13 Pro Max стоит 1342 евро. Это 91 тысяча рублей можно купить. А у нас 150 стоит. Да? Да. 91 тысяча, iPhone 13 Pro Max можно взять. Самый, получается, крутой. Потеряете такой сразу. Сотку потеряли. Он как-то выглядит дешево. О, это родственников показывает. Это мини лучше всего в руке лежит. Маленький, удобный, легкий. Камеры такие же, он огромные. Он как iPhone 5s, 5se, вот такой типа. О, нормально. Стоит халяву все он. 800 евро. Умножайте на 70 рублей, получите цену. Для бомжей, короче, телефон. Продавцы в Европе на нас смотрят и думают, что у нас нет денег. Вот так мы подходим к магазину, они нас видят и чуть-чуть не ржут над нами. Так, ну здесь у меня, короче, гостиная. Ну там, PlayStation поиграть. Он себе телевизор 8К прикупил. Ну, в принципе, не очень дорогой. 2000 евро все, но на первое время хватит. Ну, такая небольшая у меня здесь диванчик, подсветочек, в принципе. Ну, нормально. Так, о, PlayStation 5 за 500 евро. Что, можно реально за 500 евро купить PlayStation 5? За 500 евро стоит. Она с дисководом или нет? Да, с дисководом. Пойдем спросим. Реально можешь за 500 евро купить. Что, купим тогда? Да. Серьезно? Да. У нас уже один джет. Для таких и сделано. А как она держится? What the fuck? Paylays no limits. Сейчас мы тут за 500 евро сейчас как купим. А может это только выставочная? Где вообще касса? Да, PlayStation есть, но купить ее нельзя. Ее тяжело достать и, короче, ждать сколько-то там, неизвестно сколько-то недель. Но стоит она здесь всего, в переводе на наши, 35 тысяч рублей. Это халява, но ее нету. Какая себе коробища какая. Там еще фигурка идет, и она стилизована под вот эту игру. А там типа прям PlayStation, а вон еще Xbox есть, да? Да. Не, мне кажется, это просто коллекционка, она 400 евро стоит. И здесь без консоли. Здесь просто Иван, видишь, игра. Да. Что за биомутант вообще, первый раз слышу? Я хотела в эту игру поиграть, прикольно.
Короче, можно коллекционки здесь прикупить. VR здесь стоит 15 тысяч рублей на наши деньги. С 5 какими-то играми. Игры вообще везде дорогие. Вот тут тоже за 30 евро держатель есть свет. Да. Короче, купить нельзя PlayStation. Везде, ни в Италии, нигде. Везде, короче... Везде sold out, везде все продано. Только заказывать, ждать, где-то выцеплять. Либо БУ где-то купить, не знаю. Так она вон есть, но купить ее нельзя. Купил такую машинку Tesla Roadster Hot Wheels. Вообще случайно попалась за 1 евро. И вторая еще была какая-то Toyota Minivan. Тоже за 1 евро в коллекцию. Взяла одна маленькая машина. Погуляли часа 3. Стоит другая маленькая машина. Теперь Smart стоит. Смотрите, какой прикольный маленький смартик. Нифига у него на спидометре 160 может ехать Smart, прикинь. На славянских номерах. Короче, мы накупили всякого дерьма, целую кучу, как всегда. У нас вся тачка уже забита. Все, ребята, наконец-то мы отправляемся в нашу финальную точку, в Италию. Ехать нам недалеко, всего 90 километров. Представляете, Словения от Италии, ну, она граничит, всего 90 километров ехать. Меньше, чем до Саратова мы сейчас находимся, да, до Италии, меньше, чем от Балакова до Саратова. Куча электрических машин, куча дорогих машин, супер дорогих машин. И вообще всего интересного. Только успеваю глаза раскрывать, все смотреть. Все, 200 метров, въезжаем в Италию. О, все. Мы в Италии, да. Вот так переезд между странами. Просто вот так раз. Никого, ни постов, ни полицейских, никого. Вот тут есть такие знаки, такие сики, и все. Мы в Италии. Сейчас начнется пицца, пицца, пицца везде. Паста, пицца. Я просто не думала, что он так резко стартует. Наконец-то мы приехали в ту страну, в которую получили визу. Направо. Спустя где-то 10 дней мы в Италии. Всего 8 километров всего и уже приедем к месту нашей сегодняшней дислокации. Нет еще. О, морька. Ну, хочу море. О, да, нифига себе, сам дали вон там. Смотрите, Citroёn C1, прям как Peugeot 108, который был на парковке сегодня. Копия, даже стекло, даже фары, все просто. Хоп, Peugeot, хоп, Citroёn. Сюда приехали в самый центр, в самую жопу. И теперь бегаем, даже припарковаться даже негде. Всякие поезда. А синий это не платно? А, он тут закопано, да. Это городище.
Короче, припарковались здесь у прибрежной зоны, типа тут самое туристическое место. Тут, как всегда, у нас ни интернета, ни хрена ничего нет. Даже не можем маршрут поставить. Стоим вот здесь. Случайно здесь встали. Здесь люди проходят. И, короче, прям буквально каждый второй, каждый третий показывает на наши номера. Типа, о, смотри, россиянин. Ой, Раша, Раша. Типа, толкает его. Смотри, смотри, пальцем показывает на номер. Не знаю, то ли из-за всей этой ситуации, первый вариант, то ли из-за того, что они удивляются, что с российскими номерами кто-то мог сюда доехать. Не знаю, здесь так много машин, сотни машин, казалось бы, что тут обращать внимание, они прям смотрят и пальцем показывают. Сейчас, может, если получится, я кого-нибудь засниму.